Проверяя квитанцию, жительница Армавира обнаружила, что в графе, которая касается платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, сумма несколько завышена. Недолго думая, женщина обратилась с заявлением в прокуратуру. Ответная реакция надзорного органа последовала быстро. Проверке подверглись 4 управляющие компании, где были выявлены одинаковые нарушения. Было проведено повышение суммы оплаты за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 20%. Однако в нарушение требований действующего законодательства данное повышение было проведено без собрания собственников жилых помещений в данном многоквартирном доме, что является нарушением требований статей 156 Жилищного кодекса и 310 Гражданского кодекса. Выявленные факты послужили основанием для внесения 4 предписаний в адрес руководителей управляющих компаний с требованием устранить допущенное нарушение и далее действовать по закону. В обязательном порядке провести собрание собственников жилья, где и установить сумму оплаты. Лариса Юровская, Евгений Холманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».